Американец застрелил 4 членов своей семьи и покончил с собой. Трагедия произошла в пригороде Вашингтона. Преступник сам позвонил в полицию и заявил, что убил 2 детей и взрослых. Прибывшие по вызову офицеры полиции на протяжении 3 часов одержали оцепленным место происшествия. В итоге мужчина вышел из дома и застрелился. В живых осталась только девочка, предположительно дочь преступника, а ее забрали в больницу. Отмечу, что инциденты с применением огнестрельного оружия происходят в США ежедневно. Президент Барак Обама неоднократно пытался ввести ограничения в ношении пистолетов и ружей, но Конгресс продолжает блокировать эти инициативы.